Да, вас сейчас снимают. Кальян забит, да. Из 10 сколько вы пропускаете? О, нарушаешь! Слушай, ну ты прям реально сечешь в этом? Уже да. Переживает, что мы будем по карманам. Понял? Перепроверяет. Замечательно! То, что я сейчас смотрю, меня очень сильно травмирует. Потому что я вообще не понимаю, зачем это делают вот эти взрослые ребята, гоняют белого колобка по полю. Ну, короче, чего я это говорю? Я вообще ничего не понимаю в футболе, но у меня есть специальное задание сделать 10 крутых выпусков про футбол, про мини-футбол и про Амалига. То есть это вот слово, которое второй раз из моих уст вылетает. Ничего не знаю, но должен буду узнать. Наверное, все-таки неизведанное притягивает. Короче, ребята, зовут меня Артем, фамилия Мазур. Я буду вести блог про футбол, про мини-футбол. И буду рассказывать вам про футболистов, героев Амалиги. Героев, третий раз сказал. Круто, я расту над собой. И знакомить вас с ними. Первый, кто у меня будет, смотрите, это вот Сергей Журик. Что мы о нем знаем? Вот он, тут написано даже, видите? Сергей Журик слева. Вот, на вручении золотых медалей чемпионата Молдовы 2014 года. Мы знаем, что это вратарь. Благодаря Википедии понимаем, что ему 37 лет. На год меня старше, нормально. Рост 190, тут выше меня намного. Вес, как у меня, даже похудее. Он во всем лучше, чем я. Ладно, мы знаем, что он вратарь. Играл в Тирасполе, Искра Стали, Велес, Шериф, Заря и опять Шериф. Моя задача узнать его получше, ну и познакомиться его с вами, ну и, честно говоря, и самому познакомиться. Честно, не хочу, чтобы я в конце сказал, все-таки футбол это круто. Но поживем увидим. Ладно, мы начинаем блог, это первый выпуск Мазур Футбик. Это мой Маза Футбик. Это мой Маза Футбик. Это Юра, он отвечает у нас за звуки. За какой план, Юра? Средний оператор за средний план. Колян, привет. Я буду летать. У него там средства для полета. И еще один наш чудо-оператор. Какой у тебя план? У меня крупный, самый крупный. Зажглось. Пацаны, по коням! Сережа, мы идем к тебе. Все, выезжаем из города Тирасполь. И вы знаете, как у многих блогеров, крутых блогеров, допустим, показано, как они с одной локации летят на интервью в другое. И такой прикольный план. Там самолет, потом поезд, потом машины, маршрутки. Так и у нас. Сейчас мы нарисуем план. Но честно, ну, для тех, кто не из Приднестровья, будет трудно понять, на каком вообще расстоянии Карагаш находится от Тирасполя. Да, сейчас едем в аэропорт, потом летим, потом на кобылах, потом на подводной лодке. И через речку резиновые сапоги пацаны взяли, кстати? Конечно. Да, отлично. И все, и мы будем на месте. А так что вот так. Забыли. Лодку забыли. Да. Ничего, мы надуем мяч футбольный. Это примерно 4 сутки, ну, 4 дня пути. Ну, а для местных все понятно. Алло, Серег, здравствуй, это Артем Мазур. Итак, смотри, я в Карагаш заехал уже. Дальше куда? Магазин с большими буквами. Людмилу? А, Густос. А мы едем. Вот, кстати, это, кажется, мэр Карагаша. Это шутка. Вон он. Зрители, проверка. Мы решили взять сначала кофе. А что готовим? Бомбу просто. Шик вес для нашего вратаря. Безлактозное молоко специально для людей, кто на правильном питании, для спортсменов, то есть который не вредит здоровью. Угу. И фигуре, что самое главное. А вы, получается, тоже только его и пьете? Ба-ба-бам! Относительно. Хорошо, готовим и бежим. Готово, накрываем крышечкой и будем вести нашему вратарю. Большое вам спасибо. Мы прибыли в Густос, друзья. Команда, закатай рукава. Вот, Густос, все как было сказано. Доказательство, что это Карагаш. Вон написано, карагашское такси. И нарисовано
водитель месяца, кстати. А можно с вами сфоткаться? Е, это не подстава, конечно. Мне будет приятно. Вот это первый выпуск, а уже узнают. 4 рубля дал человеку, все. Давай. Привет. Привет, привет. Давай так, для официально. Артем. Серега. Вот мы и познакомились уже на его рабочей родине. Идем к тебе? Давай зайдем, может, в магазин кофе купим. Кофе? Уже готов. Это тебе специальный от Бориса, там какой-то супер для тех, кто следит за спортом, за фигурой, за здоровым питанием, за ПП. Ну, может, ни к тебе никак не относится? Почти, слышишь, Барселона. Поехали за мной. Даже среди такого вот экстерьера есть супермодные розовые здания. Это Приднестровье, детка. Это парники для выращивания таланта футболистов. Нам нужно такое же для нашего ютубчика. Это мой мазафутбиг. Это мой мазафутбиг. И две шикарные девушки, и говорят, нужна его помощь. Нужна помощь. Помогите. I need help. Сейчас мы поможем девочкам это агроволокно, отнесем туда. Я помогу, можно? Конечно, можно. Даже нужно. Как вас зовут? Меня? Да. Нина. Что делает Сережа здесь? Работает! Командует! Аджук! Так, возьмите, пожалуйста, телефон. Агроволокно. Вот так. И повара. Ты в эту сторону. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. А Сережа на ту сторону. Айди. Перепрыгну потом. Ай. Трен-трен-трен. Да, да, да. Спасибо. А Сережа туда, и туда дальше идите. А, это клубника? Да. Серегина клубника? Наша. Это грамотное вложение после футбола. Человек выиграл чемпионат. Все, что можно выиграть. И теперь... чемпионами скоро. Серега, что происходит? Мы находимся в селе Карагаш. Как сюда попал? Вообще круто. Вот, в принципе, законченная мысль. Как сюда попал? Вообще круто. Короче, я ж играю в профессиональном футболе в Шерифе, да, потом из-за травмы закончил играть. И меня, как я говорю, с Вашей Тарнишвили, директором клуба Шериф, устроился работать тренером. Поработав полтора года, да, мы ушли в отпуск, и отпуск был довольно-таки длинный. Ничего себе дома. Договорился о встрече с руководством этой фирмы, прийти поработать хотя бы месяцок. Пришел, да, без проблем. Проходит 2 недели, руководство вызывает, говорит, оставайся у нас, зачем тебе этот футбол? Серега, Журик, что это за человек такой, вот с вашей точки зрения, с точки зрения тренера? Надежный, какой он, как личный? Ну, во-первых, мы брали его по другим критериям, вообще не по футбольным. Красивый, мы, да? Да, мы не знали, как он как футболист, вообще не знали. Мы открыли маклер. И смотрим, говорит, душа компании, балагур, да, человек, который поведет за собой. Видимо, а вышло, что еще и на ворота хорошо стоит, получается, как бонусы. Кто для вас, и знаете ли вы, какой он, Сергей Журик? Вот вратарь соседней команды. С этим парнем я занимался еще в детстве, как бы в одной команде по юношам начинали, когда заниматься футболом, мы с ним играли. Во-первых, скажу, что парень очень хороший, как человек именно. Ну, как футболист, он сам себе, он зарекомендовал, все его знают, и поиграл в большой футбол, ну и очень сильный вратарь. Евгений, здравствуйте, добрый вечер. Вы вратарь команды Тирасполь, да? Ну да. Я правильно понял. Сергей Журик, что-нибудь слышали, знаете? Что-то слышал, что-то знаю. Когда-то играл в Тирасполе, в Шерифе даже, насколько я помню. Из 10 сколько вы пропускаете? Все зависит откуда бить, с какого расстояния. Можно ударить метр, у меня шанса вообще не будет. Один вам можно ударить? Куда? Ворота? Да. Ну, конечно. Не боитесь кроссовочки? Адидас. Как у вас? У вас тоже Адидас? Да боюсь, что не Адидас. Это Адидас. Не снимай крупные штани у меня. Еще ближе, чтобы шансы увеличились. Вы вообще не оставляете шансы. А зачем мне шанс? Теперь, пожалуйста, защищайтесь. О, есть, но не в те. Я везде забью. Не, ну тебя не защищал. Да, мы тебя не защищали, это правда. Доброго дня, тренировочки. Скорее вечера.
А мы типа утром снимаем. А, доброе утро, ребята, тогда. Что ж не предупредили, я же не знал, что мы рассвета снимаем данную передачу. Мы, оказывается, идем сейчас с еще одним вратарем. Влад тоже чемпион. И Влад вас привел и вот рассказывает немного мне хоть о лиге, обо всем этом, да? Да, чемпионате нашем. Кто из вас лучше, да? Просто я говорю, он мне говорит, Мазур, только никаких нелепых вопросов. Я говорю, да нет, просто на телефон поговорим. И сразу в лоб. Ну, мы делим с Сережей место, да, и очень дружно это место делим. Поэтому я не могу сказать, кто сильный вратарь, а кто слабый. Нет такого. Вот они, носки легенды. Та-ра-да-да-та-да. Там дырочка есть одна. Дырочка есть одна, ну это нормально. Натренированная. Натренированная. Дарья, я так что поговорил, кстати, с твоим напарником, вратарем. Он сказал, что он лучше, чем ты, намного. Я никогда не спорю. Да? Молодец. Это была провокация, конечно, с моей стороны. Он сказал, что ты старше по годам. И типа, если в троллейбусе, то он бы тебе уступил место. Ну, возможно, не знаю, вроде так хочется. Порядочный, да? Ни разу не видел его в троллейбусе, да? Старше, с уважением. Давай, старше, переобувайся. Здесь сколько гектар твоей территории? Не помнишь? Сколько футбольных полей здесь? Давай так. Там очень много здесь футбольных. 3-4? А даже больше. Мини-футбольных, либо футбольных больших? Больших. Не, мини-футбольных здесь, наверное, около сотни. Сотни? Что у нас тут посажено или что здесь растет? Здесь у нас клубника, молодая клубника. Мы ее посадили прошлой осенью. Так. Ждем уже... Так, осторожно, тут на счастье. Это не то, что вы думаете. А, это не то, что я думаю? Нет, это не то, что не думаю. Лошадь тут гуляла? Нет, здесь это торф. Торф? Удобрение было, да. Угу. Да, очень похоже, было. Кстати. Может быть, лошадь звали торф? Может быть, да. Пацаны, осторожно, тут торфяная почва. Сменил футбольное поле на колхозное. Нет, ну слушай, может быть, тут такие же у тебя будут успехи. Что ты тут выполняешь? Какая у тебя функция? Что ты делаешь? Подгоняешь или там удобрения подкидываешь? Моя функция здесь управление персоналом. То есть это организовать людей, доставка людей, фронт работы, контроль работы, выполнение. Девочки, три слова. Какое для вас вот Сергей? Серьезный. Серьезный? Надежный. Надежный? Ответственный. Ответственный. Все. Перехвалите. Больше не надо говорить. Такой маленький вопрос, чисто как вот, пока нас никто не снимает. Клеите его? Чего? Пристаете к нему? Мы? Да. Боже, да мы старые для этого, господи. А он надеется. Вообще работа мне нравится, честно говоря. Ну, мне спрашивали, как ты так сюда пришел? Да вот так, честно, нравится. Это ваше движение. Движение, общение, шутить можно с людьми, на разные темы поговорить, люди рассказывать свое. Много интересного. Много интересного, у каждого своя жизнь. Отойду, все. Вот, это, кстати, первая большая фата приднестровской невесты. Какой он, Сережа, какой? Не прыгивай. Для вас. Не, ну нормально-то понятно. Мало платят, да? Экономный. Экономный. Серега, предлагаешь нам уйти туда? Рынок. Сейчас вся правда полезет. Это твои работницы, да? Да, да. Женский пол. Женский коллектив, да. Это твой первый женский коллектив, которым ты управляешь? Да. Как тебе обращаются? Сергей по отчеству или Василий? Сережа, Сергей Александрович по-разному. Что подарил 8 марта? Это ж кто еще может сделать? Я думал, что ты, ну так, решил закреативить и сделать девушкам своим приятно. Нечего было заняться. Решили поприкалываться. Не, ну приятный подарок. Знаешь, подарок, сделанный своими руками, конкретно своим пальцем. Серега, что сегодня будет происходить? Сегодня привет, мы сегодня играем творческий матч с командой «Красная звезда». Последняя, вернее, контрольная игра перед началом чемпионата. Ага. Сильная команда? Да. Заняла третье место, взяли бронзовые медали. А, это то есть один, хороший конкурент? Хорошая команда, конечно. Бегущая. В смысле, куда? Бегает? Быстро. Что имеется? Быстро, быстро. А ваша какая? Если у нас команда такая более опытная, старшая. Это вы? Да, играем. То есть вы такие более... Не бегайте, типа, сейчас они запыхают. Лучше правильно стоять, чем неправильно бегать. Что сегодня ждет, ребят? Что у них за тренировочка? Он мне сказал, что вы сегодня какая-то у них товарищеский матч с красной... Звездой, да. Красная звезда. Да, да, да.
Зачем это нужно? Почему не посидеть дома в тепле, либо просто, вот как вы там сказали, им щечки, нервные мячики? Ну вы же не знаете просто, что у нас после игры. Я? Да. Я очень хочу попасть. Да. Мне нужна аккредитация. Друзья, сейчас вы увидите, как рушится карьера. Плачь и смотри. Я слабо тебе. Слабо? Слабо, спокойненько. Вот так. Нормально? Нормально пойдет. Так тебе. Дашь оценку? Навеса. Опасно. Смотри аккуратно. Что это за позиция такая, ворота? Бытует мнение, что типа вратарь это вот как, ну, помните, во дворе, когда играли в футбик, типа, ой, да поставим на ворота девочку. Нет, если еще и мотало. Вот, если вратарь мотало, то это идеальная позиция. Наш Сережа, вратарь мотало, нет? Наш Сережа, да, он еще и бьющий, и забивающий, и подающий. Хорошо, что на тренировке не забивающий. Да, да. Вы ищете игру вдвоем, близкую группу, временно разворот, близкую группу, далеко не разрывайтесь, либо Витя, иди. Сейчас было? Маленькая остановочка. Установочка на игру? Выиграли, да. Привет. 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 Женя. Артем. У нас с тобой скоро интервьюшка, да? Да. Давно закончится установка, а ты уже побежал. Была установка, да. Я в составе. Да, сказали, что ты играешь за Барселону. А вы посмотрели? Есть вам по камере, чтобы я посмотрел это в составе, а не в составе, какая позиция? Да, но там только сплошное пип-пип, где этот Евген пип-пип, скоро он будет пип-пип. Часто опаздываете? Я не опаздываю, как я опаздываю. Я только задерживаюсь. А, я понял. Как я тебя понимаю? Журик опаздывает, а я нет. А сколько штраф за опоздание? Суть есть? Я не знаю, но 2 бутылки пива как минимум. Давай скажем 2 бутылки сока. А, так я безалкогольного не могу. Сока безалкогольного? Нет, пива. Все, не отвлекай. Сразу разминаться, типа, я вообще разминался. Кстати, смотрите следующие выпуски именно с ним. Это мой мазафутбиг. Это мой мазафутбиг. Красная звезда и Вива Фарм заруба. Товарищеский матч, так сказать. Мне кажется, с каждой минутой он все превращается в настоящую... Ой-ой-ой-ой-ой, ты шо? Этот Городецкий дал такой ракетоносный пас. Должно быть что-то. Пока все круто, интересно. Серьезно, ребята, это так себе. Ой, чуть выше ворот парень ударил. Ну это, наверное, минус рублей 7 зарплаты. Может, 8. Не, ну 8 это жестко. Получается, даже почти на маршрутке 2 раза не прогонишь. Так, ты понимаешь, что я в футболе 0, и в агрономном тоже получается. Что это такое вообще, мини-футбол? Это, знаешь, драйв, те эмоции, которые ты получал в большом профессиональном футболе, да? Угу. В мини-футболе это намного, даже не много, а практически столько же эмоций получаешь, даже удовольствия. Больше, чем от профессионального футбола. Ну а в чем это? Потому что там типа все ближе, все меньше, все ограниченнее, все как. В чем? Да, ограниченное пространство, много игровых моментов, болевых, угу. Чем и привлекает зрителей. Ух ты! Красота! Я в шоке! Смотри, даже я потрогаю сейчас. Есть. Я потрогаю. Что, дать его вам? Куда, пацаны? Видал? Сейчас забьют по-любому. Хоть кому-то, но забьют. Ау. Это руками. А, нет. Ну ладно. Сори. Да, Тёма, супер! И туда, далее, плеться! Далее! Хорош. Серега защитил. Сереги забили. Я в шоке. Забили Сереги, но мне приятно, что тренер команды «Красная звезда» кричал только что: «Тёма, Тёма, давай, Тёма, молодец!» Ну, типа, обо мне ведь речь. Одно присутствие моё на поле уже. Так надо, чтобы теперь другая команда забила. Жестко они лупят, конечно. Центр между вами! Центр между вами, далее! Ваня! Левая нога! Серега, сейчас можно пару слов? Как первый кусочек игры? Ничего, неплохо, мне нравится. Пока все нормально? Мне нравится. Счет 1-0, да ведь? Проиграл, но по игре неплохо контролируем. Динамика есть? Это не получается немножко.
Нет, все хорошо. Все нормально, да? Да. Это нормально, что ты пропустил? Это обычный ход. Ну, тревогу, что игра нормально. Отлично. Все, желаем тебе дальше удачи, не отвлекаем, наблюдая, посылаем импульсы на удачку. За моей спиной, за нашей спиной, что за команда? Эта команда называется Тирасполь. Раньше мы назывались не Тренистраком, сейчас мы будем уже называться Тирасполь. У нас новая команда, думаю, новые результаты будут. Да, а какие должны быть результаты? Какие только были? Максимальные, конечно, а там уже футбол покажет. Хорошо, вы их тренер, да? Да. Зачем вообще ребятам взрослым, тут все-таки, ну, все взрослые пацаны, им уже, наверное, отцы, даже семьи, заниматься ну, футболом, гонять по вечерам, холод, красные руки, а они рубятся, не жалея себя. Футбол, я думаю, что это прежде всего любовь к футболу, ну и за то, что после футбола, конечно, я думаю, что все участвуют. А что же там такого? Мы тренера узнаем, что там за футболом что-то такое происходит. Там делается коллектив. Три способа сплотить лучшую футбольную команду, как вы думаете? Дружба, доверие, не знаю, мяч. Я не знаю, что волшебного в этом круглом создании, но то, что он завораживает, это факт. Я вот впервые познакомился с ним поближе, и через него узнаю интересных ребят, и, наверное, все-таки даже по чуть-чуть меняю свое отношение. Понятно, что за такой короткий промежуток времени трудно раскрыть всю личность человека, но даже за это время можно сделать вывод, что Сергей Журик – отличный парень. Наш первый выпуск подходит к концу, спасибо за просмотр, я забрал операторов, и мы стартуем. Пока! Все, пацаны, заходите! Как раз с доставкой на дом, в тепло. О-о-о, шикарно. Да, нормалёк сегодня был уже? Конечно. Юр, ты как? Брейкданс. Полный брейкданс. И ком её, и вап, вап. Идём так. Прости, пожалуйста. Я понимаю, что это, возможно, реклама будет, но тем не менее. Это твои перчатки вратаря? Да, там и вратарские перчатки были. Ты реально забросил со спортом? Я, видишь, порвались, забросил.